Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке симулятора жизни ютубера. Сегодня вместе с вами мы посмотрим на новенькое обновление, которое вышло вот совсем-совсем недавно. Разработчик здесь добавил что-то новенькое, что-то интересное. Из того, что я знаю, это теперь, когда у вас будут заказывать рекламу именно с моего канала, то есть, ну, вы же замечали то, что вам обычно мой канал просит, чтобы вы сделали ему рекламу в этой игре. И вот теперь там будет написано уже роман Флоки, а не вот никак неправильно там было до этого. Так что в этом плане офигенно. Почему-то у меня время просто летит как-то неимоверно, развлечения очень сильно улетают. Я не понимаю, с чем это связано, но время реально летит куда-то. Запишем видео, давайте по-быстрому. Бюджет видео у меня тут 8, кстати, что неплохо на самом деле. Запишем какой-нибудь летсплей и назовем его... О, точно, я же недавно записал игрушку... Гренни 2D. Ага, вот давай так, что... Так и назовем видос. Надеюсь, он, короче, у нас круто соберет просмотры. Let's play. Ну, сейчас уже можно сказать то, что эта игрушка популярная на самом деле. Потому что ее уже много кто записал и много кто про нее узнал. Так что давайте выставлять. Так, звук можно не заморачиваться. Нам постановка и съемка нужна. То есть это прям самое, что ни на есть главное. Так, ну и вот это вот по одному можно сделать. Так, ну тут вообще аватарку пофигу. Берем вот эту. Видео записали, все сделали. А мы, получается, вместе с вами сейчас в сериях спортзала не занимаемся. Плюс мне писали в комментариях завести семью, какие-то отношения. Ух ты, Галина, 29 лет. Ребят, ну куда мне такая? Елена, 25. Ну, о! Блин, мне надо было помоложе кого-нибудь. Что-то тут слишком все для меня этот, как его, старшенький. А тут 16, да, только можно? О! Вот Анастасия, 16, все промоутеры. Ну ладно. О! Да офигела, блин! Ну вообще. Так, за питомцем мне нужен уход. Ну, кого мы? Собаку давайте заведем, как назовем? Ну все... Ну ладно, не будем называть все Флоки, потому что все и так называют. Давайте назовем ее... Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту... Кличка. Это тупое название, конечно, но, блин, так-то забавненько. Так, выбрать питомца. Ага, покормить, поиграть. Опа, все, день закончился. Значит, просмотр, видосик. Не, в тренд он никакие не попал. Обычный вполне... Ну и смотрим. Звук, как обычно, вышка. И постановка у нас проседает. Угу. Так. А, Свергоп, Катя Клуб. Так. Окей, ладно. Я понял. Ага, наши показатели падают. Ну ладно. Фиг с ними, на самом деле. Теперь снова отношения, да, надо завести? О, 24 вот уже было. Ну, мне, наверное, тут только 16 подойдут. Мне не надо, кто меня старше. О, стримерши, нифига себе. Нормальная тема. Курьер, прокурор, нифига. Вот это жестко. Может быть, нам выбрать кого-нибудь, кто будет очень крутой на самом деле. Не знаю, эколог, вот 50 лет. Ну да, в принципе. Эколог 50 лет, это самый раз. Ютубер вот была только что. Официант, маркетолог, курьер. Ютубер, 40 лет, Валерия 40 лет, она ютубер, офигеть просто. Очень прикольно на самом деле здесь сделано. Да блин, кого выбрать-то? Вот давайте Галину стримершу. Стример, ну блин, мне кажется лучше ютубершу найти. Стример не особо хочу, она будет постоянно целыми днями сидеть, стримить. Вот, о, дизайнер. Ну давайте дизайнер, пофигу. О! Давай, друганами станем. Ну все, давай. Улучшить отношения. Привет. Давай в аквапарк сходим. Ага. Ну, давай. Все. Нифига, тут так легко на самом деле. Так, ладно, теперь покормим нашего любимого пёса. Пёса. Ого, плюс 25 настроений. Ого! Ай-яй! Это круто. Мои видео. О, тут можно все смотреть. Вау, качество было 23, сейчас уже 46. Мы в два раза, ребята, поднялись уже. Ладно, работа. Работаем дальше, чё? Все-таки нам нужно стараться зарабатывать денежку, чтобы покупать новое оборудование и так далее.
Пока ютубчик нам приносит только по 8 долларов. И на этом мы даже в аквапарк, видите, сходить не смогли. Опа, сегодня ноль проблем. Я такой идеальный администратор сегодня буду. Опа. Одна проблема за день, офигеть. За это мне заплатили 200 долларов. Вот это четко. Так, ладно. Подработку не будем делать, партнерки. 5000 подписчиков. У меня 1000 подписчиков. Наконец-то, блин. Записываем видео, бюджет ставим. Оу, 10, офигеть. Офигеть. Давайте стрим я не могу пока делать. Так. Не знаю. Видео в честь 1000 подписчиков. О, как назовем? А тут есть этот подкаст какой-нибудь, что-нибудь в этом духе. А, давай просто влог какой-нибудь. На самом деле это обман, но пофигу, я просто не знаю, что выбрать. Так, о съемках видео вот пусть будет. Так, съемочка. Постановку вот просто, блин, не знаю, давай на максимум, что ли. Десяточку ставим, все, погнали. Короче, пофигу. Ставим все. Так, здесь что? Как питомец, с ним все хорошо. А мне нового человека никакого нельзя, что ли, найти? Типа, как-то, не знаю, там, друга? Или тут, типа... О, за концерт она платит, окей. Типа, здесь можно только, этот, как его, с девушкой, да, общаться. А типа, друга вот обычного я себе не могу завести. Либо там, не знаю, нашел себе какого-нибудь другана постарше, чтобы мне там чем-нибудь советовал. Типа именно с друзьями тут нельзя, тут только у нас развитие идет вот такое. Расстаться, либо встречаться, походу как-то так. А именно чтобы друг обычный был, либо подруга, так нельзя. Угу. Понятно, ладно. Погнали тогда, день заканчиваем. Неплохо, начать просмотр. Че, ребята, оценили? Ну, средненько. Тут постановка, кстати, у меня не проседает, но качество, вот смотрите какое, 42. Постановка вообще жесть, какой же все же у автора приятный голос, ой, спасибо. Так, отлично. И на работу сразу идем, погнали. Сегодня проблем, наверное, будет много, потому что вчера было очень мало, сегодня меня замучают, наверное. Так, ну-ну-ну-ну-ну. У нас идеально, получается, вчера все было. Одна проблемка, это, наверное, какая-нибудь мелкая. И мы ее на изи решили. И получили заслуженную свою награду. Так, хорошо. Здесь все сделали. Наверное, покушаем что-нибудь, да? По мелочи. Питаемся, конечно, вообще бредово. Очень бредово. Питомцы, поиграть. А, плюс 25 к настроению мне не дали, к сожалению. Так что нам придется своим способом как-то развлекаться. Окей, запишем видео. Бюджет 11, ура, это вообще много. Так, давай клип сделаем. Тоже клип еще один в честь 1000 подписчиков. Клип в честь... Ага, все, отлично. Блин, было бы все в жизни так же легко. Так, юмористический клип. О, вот, это вот правильно. Так, ну, короче, мы выставлять по максимуму на самом деле не будем. Здесь как-то это не особо влияет. Лучше что-нибудь другое тоже выставить неплохо, что у меня и так хорошо. И тогда общее качество будет неплохое. Так, ну ладно, давай улучшим отношения. Так, здорово. Ага, да, с собой нет денег, давай заплатим. Отлично, давай еще. Че, на концерт? Поехали, поехали, отлично. Нам, короче, мне сказали, нужно именно завести жену. Ну, блин, ей 16 лет, там жениться-то со скольки можно? Это вот не знаю. Так что в этом проблема. Мои награды. А что у меня тут какая-то серебряная кнопка? Вау, вот они все. Полноценную семью. Но это мы долго еще будем. Ладно, заканчиваем день. Спасибо, начать просмотр. Че, клип у меня хороший? Ну, неплохой, в принципе. Ну что, сыграли вот эти вот мои догадки? Ну да, в принципе. Ты хочешь верить, что ты его получишь? Ну ладно, окей. О, главный хейтер! Ха, небось накрутка, да? Мы такие, да, я так и знал. Ладно, накручивай дальше своих подписчиков. Все равно реальные люди тебя не смотрят. Увидимся, если у тебя будет 10 000 подписчиков.
Ха, я его обманул, то, что у меня накрутка, и он поверил. Вот балбес на самом деле. Ладно, погнали, работаем дальше. Видимо, работа администратора здесь очень долго, и фиг знает, когда меня там еще дальше повысят. Я уже очень долго администратором работаю. Повышать вообще не хотят. Вообще никак. И вроде неплохо так решаю проблемы, но все равно. Повышать прям, ну, фиг тебе говорят, вот и все. Отлично. По максимуму постоянно зарабатываем. Так, развлечемся немножечко сегодня. Можно покушать даже. Так, запишем видос. Теперь летсплей. Продолжаем дальше набирать подписчиков. 12 уже бюджет видео. И сегодня мы поиграем, наверное, 99 ночей с клоунами. Я, конечно, полное название не помню этой игры. Ну, ладно. Отлично, вот так вот напишем. Это так, ну, заранее, вот что в целях ей записать, в принципе. Так, продолжить. Почему здесь нет по хоррор-игре? Вот это вот очень плохо. Ну, по старой игре давайте. Съемочку на 6 с постановкой тоже. А, и звук. Вот так вот. Так, по-моему, 46 должно быть общее качество. Так, здесь питомцы покормить, поиграем в другой день. Тут надо до конца, наверное, улучшить, чтобы этот, как его... А, вот, теперь мы друзья. А как мне кого-нибудь нового найти? Чтобы у меня было много друзей. Я не знаю, блин, это сложно. Надо нам просто улучшить отношения очень неплохо. Ага, окей, ладно. И тогда этот, как его... Типа, она мне бонус какой-то будет давать, и как-то так должно быть. Ой, вообще ролик не зашел на самом деле. Фигово. Что там по общему качеству? 44. Ну, неплохо. Так, все. Отлично. Ну и день на этом можно, в принципе, заканчивать. Опа. Ну, а почему мое видео? Ага, нифига себе. Жалко. Я, кстати, что-то день закончил так быстро, что я вообще ничего, оказывается, в него не сделал, просто завершил денек. Вот я дебил, что-то лоханулся, бывает. Поторопился, если честно. Уже заигрался, так сказать. Ага, во, отличненько. Поймаем еще одну проблемку. Нет, все, хорошо. Мы пока что очень даже неплохо по максимуму только зарабатываем. Это круто. Это успех. Так, запишем видео. Бюджет $14. Офигеть. Это, видимо, зависит от того, сколько у меня сейчас денежек, да? Именно вот 1% берут на бюджет, ну, на видос один. Это неплохо. Это реально неплохо. Как назовем? Назовем, наверное... О, пол это лава. Вот там недавно игра вышла прикольная. Вот, в принципе, мне кажется, это будет прикольно. Пол это лава. Я, конечно, не записываю компьютерные игры, но пофигу. Так, нет, она, наверное, популярная, можно так назвать ее. А, по новой, вот надо было так. Так, ага. Также шестерочки здесь выставляем. Ага, и сейчас надо будет что-нибудь... А, подожди, нет, лучше вот так вот. Надо будет сейчас, короче, нам со... Ой, с улучшением каким-нибудь разобраться. Так. Ну, можно, конечно, купить средний ПК, по сути. Был бы очень неплохо, но мне надо постановку. Но, блин, это так дорого. Почему постановка такая дорогая? Это ужас. Так, ладно. Здорово. Давай. Привет. Давай, пообщаемся. Окей. Ага, все. А, питомцы. Конечно же, поиграем, но что-то мне это ничего не дало. Что печально на самом-то деле. Ну и давайте купим оборудование. Купим оборудование, я решил. Купим новый себе компьютер. Ага, ага. Все, спасибо. Компьютер купили. И что теперь? На бизнес у нас не хватает, понятно. Ну тогда мы день заканчиваем. Что по видосу? Опа. А, нет, зависло что-то немного. Сейчас все окей. Видео снова не стало супер популярным для моего канала, что печально, на самом деле, это все пропустим. Ладно, погнали дальше. Просмотры начали у нас немного падать, что печальненько. Ну давайте, сейчас вот с новым компьютером мы будем улучшаться.
Надо было, конечно, его раньше купить и самое новое видео записать именно с ним уже. Но я уже записал под... Ой, сегодня плохой денёк. Ах ты ж, блинский. Я очень плохо сегодня выполняю проблемы. Решаю, точнее. Хоба. Эх ты ж, блинский. Плохо. Поработали сегодня очень плохо. Так, питомец, поиграть. О, вот. Все, вот сейчас все пришло. Топчик. Покормим еще тоже. Опа, нифига себе, ты что-то плохо покушал. Ну давай. Привет. Спасибо. Ну, мы тут слишком долго, короче. Ого, второй раз уже я за нее за сегодня заплатил. Нормально, блин, у меня уходят денежки на это все. Запишем видосик, естественно. Опа, бюджет видео стал достаточно маленький. Потому что денежек у меня мало. Ладно, я понял. Какой летсплей у нас будет? Пасхалка. Сейчас. Пасхалка. Нет. Супер крутая пасхалка. Вот так вот. Так, и давай по Грэнни. А то давно не записывал уже. Продолжить. Ой, блин, надо было популярный выбрать. Ага. Как обычно, шестерочки выставляем. Ну, у меня же побольше достал. Ну, давай тогда по семерке. И в монтаж еще немножко. Так, выберем какую-нибудь крутую эту. Вот норм. И заканчиваем день. Смотрим. Ну, блин, походу снова. Опа, 1000 просмотров. Ну, неплохо. Весьма неплохо. Общее качество 42. Да блин, куда я потратил? Новый компьютер вроде себе купил. И, блин, это беда. Давайте возьмем. А, это был пранк? Это прикол на самом деле. Это был пранк, меня просто обманули. Ну окей, было забавно на самом деле, то что я повелся. Но пранк на то и пранк. Ладно, погнали. Так. Ага, проблемки сегодня решаем. Оба, успел. Норм. Нам нужно именно по максимуму сейчас зарабатывать. Этот хромакей за 3000 долларов, это ужас вообще. Я на него копить буду 15 дней, если я буду все на максимум выполнять. Это тяжеловато. Это очень тяжеловато. Надо покушать. Кстати, вот кушать мне вообще нравится, потому что у меня это очень долго уходит. Так, поиграть. Покормить. А, пол женский, кстати, у питомца. Зовут ее кличка. Окей, ладно. Отношения. Привет, давай. А что, в парк уже платно? Да, ну ладно. Ага. Ну все. Как-то так. Какая-то Юлия, блин, дизайнер. Нашли себе тоже не знаю кого. Ну, не первую попавшуюся, конечно, но все равно, блин. Какой-то список. Это что, я там на Баду зашел, что ли, какой-нибудь, или что? Тиндер, какие там еще такие приложения-то есть. А то я рекламы много видел, всякой разной на Ютубе. И как раз-таки это может быть что-то в этом духе. Так, ладно, ни на чем мне не хватает. Надо записать сегодня видео. А бюджет 5. И назовем мы. Нашел девушку. Симулятор жизни ютубера. Симулятор. Жизни там с маленькой, а ютубера с большой. Во! К сожалению, у меня пока рекламу вообще никто не заказывает, так что я вам показать не могу. То, что вот у меня там что-то получилось и так далее, это вот беда, конечно. Вот разраб там меняет то, что вот имя там сделал, допустим, но я пока очень плохо прохожу игру, вот в чем минус. Ладно, на самом деле, мне кажется, надо выкрутить назад. Мне не нравится то, что я в постановку много вкладываю, она ничего не приносит. Лучше во все вкладываться, мне кажется, одинаково на самом деле. И вообще по барабану. Так. Сейчас выберем что-нибудь по превьюшке. Вот это. Все заканчиваем. Ага, ну ладно, пофиг на показатели. Во-во-во, видите, сразу. Все, вот, топчик. Тут... А, подожди. Ну, хотя спорный момент. Какое общее качество? 48, все равно, в любом случае, круто. И тут вообще, вон, только один дизлайк из комментов случайных. Это офигенно. Ну, давай пом... Ого!
Вот это жесть, $50 мы помогли. Ну ладно, ладно, походу с ним что-то тяжелое случилось. Так, а что у нас дальше? Нужно поиграться с питомцем. Поиграть? Ничего не дали, к сожалению. Печально. Так, вот почему, когда я с этой подружкой гуляю, мне не улучшается настроение? Что-то фигово. Так, ладно. Постоянно только платим, платим. О, нет, вот. Интересно, а она нас бросить может как-нибудь? Вот это вот вопрос. Я бы хотел на это посмотреть на самом деле. Как именно бы это выглядело? Вот в чем прикол. Она такая, здрасте, до свидания. И все. Ты надоел. Вот такие дела. Давай пока. Ладно, работаем, работаем, не покладая рук. Это самое главное пока, что нам надо делать в этой игре. Потому что благодаря этому мы себе прокачиваем качество контента. Ну как я промазал-то? Я ж попал, блинский. Это было печально. Так, ладно, все, норм. Фух, развлекаловка нам нужна, как я понял. Показатели, кстати, падают, уже 140 у меня, действительно. Это проседает. Так, название. Купил. Купил, купил, купил. Легендарный набор. Кого? Терминатора. Терминатора. Но это уже было, конечно, но ничего страшного. Хайд онлайн. Все, отлично. Онлайн игра, да, давай онлайн выберем. Онлайн, онлайн, онлайн. Так, выкручиваем все по одинаковому. Так, потому что идеальнее всего. И вот постановку побольше. И вот эту вот берем картинку. Так, сегодня мы гуляли или что там? Ага, ладно, окей. И погнали. Начать просмотр. Ну, кстати, очень неплохо стали ролики набирать, если честно. Прям в тренды, походу, там мы не залетаем, конечно, но в рекомендованные, как минимум, точно. Не, это даже для меня перебор. А чё? Чё там не так-то, я не понял. Ну, ладно, окей. Ладно, работаем, ребята. Этот день закончим, мы, наверное, на этом тоже видео закончим. Да капец! Вообще, что-то промазал две проблемы. Это я наплашал жестко. Окей. Это сделали. Давай дальше. Ну, где? Ага, вот. Все. Наверное, не... А, ах ты промазал. Черт возьми, а. Балбес балбесом. Так, нам надо с собакой поиграться. Но почему-то нам не дают к настроению плюсов. Ну, давай улучшим отношения. Раз уж вы меня просили, надо посмотреть, что вообще будет-то там дальше у нас. Ага. Ну, блин, немножко не дотянули. Но подругу мы себе уже завели, это хорошо. Так, напишите в комменты, может быть, тут друзей тоже можешь заводить, каких-нибудь там ютуберов, не знаю. Познакомимся там с чувачком каким-нибудь популярным, он нам немножко развиться поможет. Может, вообще просто вместе что-нибудь запишем. Может быть, тут так можно, я просто не знаю, пока не дошел, может, до этого момента. Такие вот дела. Так, видео еще сегодня не записывали, бюджетик 5. И у нас сегодня будет... Так. А, вот. Эволюция человека. Помните, я в эволюцию человека играл? Так что, в принципе, можно использовать. Эволюцион. Эволюшн. Все. А, так, отлично. Ну, наверное, по новой игре можно так сказать. Я так думаю. Она же недавно вышла. Ну, конечно, уже не так недавно. Как было бы. Можно, знаете, в звук, как было раньше, я имею в виду, звук выключить на максимум. Почему бы нет? Можно попробовать. Он может вытянуть нас так неплохо. Он же и так высок. Если мы еще туда подкрутим, то мне кажется, будет очень неплохо. Ага, ну ладно, по просмотрам не важно. Вот общий балл надо посмотреть. Нет, так же. Так же, видимо. 46. Да, все-таки там идеалочка была. Прям полная. Раскрутка ВК, недорого писать ЛС. Да. Забавно. Окей, у нас 1600 подписчиков. У нас какая-то тут подружка. Так, в пиццерию, да, все дела. И, в принципе, вот и все. Лучшие друзья. Окей, все. Вот это круто.
Ладно, я понял, с этим разобрались. Надеюсь, какие-то бонусы будут в дальнейшем. Но это надо мне полноценную семью там заводить, все дела. Будем, ребята, пишите в комменты, будем ли продолжать с этой Юлей отношения, с этой дизайнершей. Ну, кстати, вот, я не знаю, мне кажется, она замуж выйти не сможет, потому что ей 16 лет. По идее. Ну, я не знаю, как здесь это устроено в этой игре. Так что пишите в комменты, подскажите мне, чтобы я знал, вот что. Ну и все, в принципе. Огромное спасибо всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо, всем удачи и пока-пока.